Соратник Павла Губарева сообщил о его похищении в Донецке. В понедельник, 19 января, в Донецке неизвестные похитили лидера партии «Новороссия» Павла Губарева. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает его соратник Глеб Корнилов со ссылкой на очевидцев. Только что сообщили из Донецка, Павел Губарев захвачен неизвестными бойцами. По словам очевидцев, автоматчики в масках залетели в штаб, положили лицо вниз его охрану. Губарева вывели, загрузили в машину и увезли в неизвестном направлении, написал Корнилов. Позже он передал слова одного из очевидцев, которые уверяют, что Губарева похитили чеченцы по характерной речи. Официальных комментариев от властей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пока не поступало.